Я столкнулась вот за несколько заседаний научно-консультативного совета с абсолютно какими-то параллельными мирами. Одно думает общество, и совершенно иное понимание ситуации выработано внутри Центра избиркома за некоторое количество лет его закрытости. Серьезные изменения сделать хорошо в попыхах нельзя. Это первое. Второе. Мы должны все-таки быть реалистами. Никто нам не позволит сегодня проводить кардинальные изменения законодательства, потому что иначе мы просто сорвем избирательные две федеральные кампании. Нам либо надо вернуть к той изначальной концепции, которая была заложена в 1994 году, да, Государственной Думой. И концепция очень приличная. Очень приличная. Но для этого надо снести две трети поправок, которые были внесены за эти годы в избирательные законы. Все очень просто. Важно хотя бы за этот год четко определиться, что неприемлемо, в какую сторону двигаться, и начать работать. Это не потому, что ничего хорошего ждать не приходится. Уже то, что мы приступили к этому серьезному обсуждению, это уже хорошо.